Având în vedere că Ucraina nu este țară membră NATO, nu este țară membră a Uniunii Europene, имея в виду, что Украина не является ни членом НАТО, ни членом Евросоюза. România nu are nici cea mai mică obligație pentru a se implica în acest conflict care are loc între Украина плюс НАТО împotriva Federației Ruse. У României нет ни малейших оснований быть задействованной в этом конфликте, который имеет место на Украине. С одной стороны, имеем Украина и НАТО, а с другой стороны, участником конфликта является Российская Федерация. Я четко перевел. Украина и НАТО одна сторона, и Россия другая сторона.